Сегодня Иваникс Хантинг Мастер, мастер охоты. Это очень интересная винтовка. Первая винтовка фирмы Иваникс, то есть южнокорейского бренда с револьверным взводом. Это очень, на самом деле, удобная штука. То есть, ну, сейчас я покажу, собственно. Вы можете, не отвлекаясь от оптического прицела, заряжать ее, производить выстрел, затем опять заряжать, и не нужно никаких боковых взводов, болтов, то есть, соответственно, вы постоянно смотрите, постоянно видите цель. Вот. Ну, это, собственно, вступление о самых таких интересных вещах по этой винтовке. Собственно, это длинная версия, это не Hunting Master K, не карабин. Ствол весь 660 мм, общая ее длина 1070 мм, то есть настоящее большое весло. Винтовка очень надежная, сталь здесь выполнена с 12 нарезами ствол, очень точный, то есть мощность у нее запредельная. Эта винтовка именно для охоты, она заточена, можно сказать, под применение на охоте. Не будет секретом, что я держу сейчас в руках винтовку калибром 6,35 мм. Вот, это видно по стальному барабану, у калибра 4,5 мм, как правило, он пластиковый. Ну, в старых версиях он бывает в металле, но это уже редкость. Вот, прекрасное дерево, в принципе, без изъянов, может приравняться к немцам, к Вейрауху или к англичанам, к Айр Армсу. По металлу есть небольшие нарекания, это недостаточно качественная обработка, покраска, но это все такие мелочи, курок не позолочен, это, конечно, все для эстетов. Снизу мы видим достаточно читаемый классный манометр, вот, на котором сейчас чуть больше 200 атмосфер. Вот, резервуар здесь тоже вполне себе большой, в районе 400. Винтовка может разогнать пулю 6.35 свыше 340 метров в секунду. Это много. Этого достаточно вполне. Вот, что можно о ней сказать? Ну, если вы хотите действительно надежную винтовку, то, собственно, вы выберете ее. Потому что это, можно сказать, самая надежная винтовка из представленных на южнокорейском рынке на данный момент. То есть, если сравнивать ее какими-нибудь Близзардами или с Рейнстормом, то она, конечно, выиграет. По барабану, собственно, он вытаскивается таким небольшим круговым движением. Здесь есть ограничитель под юбку пули, то есть вы не той стороной не ставите. Если вы увидите, то здесь узко, здесь вот как раз полный размер под калибр. Ну и, собственно, также он обратно и вставляется. В комплекте идет два магазина. Последние версии винтовок Иваникс с больших калибров идут с одним. Ну, как всегда, штуцер, набор резиновых колец, уплотнений. Вот. Модератора нет в комплекте. Кстати, винтовка стреляет очень громко. Можно сказать, как мелкокалиберное ружье, поэтому модератор обязателен. Ну, если вы хотите хорошо побахать в лесу, то, конечно, можно не ставить. Вот, но для тех, кто хочет, тут гайка, резьба ОНФ 1/2. Вот, накручиваете, не мелочитесь с размером, если вы закладываете модератор размером, как для винтовки 4,5 мм в калибре, то он не будет полностью справляться с своей задачей или вообще не будет. Поэтому большая труба, хорошие, желательно алюминиевые стаканы, чашки, которые будут отводить газы. Вот. Ну и, собственно, по заправке здесь несъемный резервуар. Отверстие под штуцер защищено массивной гайкой. Вот, собственно, мы ее сейчас открыли. Вот, здесь видно отверстие. С этой стороны вы его вставляете полностью в него штуцер. Ну и происходит заправка. Все соединения сидят очень плотно, очень надежно, ничего не подтравливает. Я сразу, собственно, ставил сегодня и накачал. Никаких поисков выгодного положения не пришлось осуществлять. Вот.
Еще хочу сказать самую главную вещь. Этих винтовок осталось единицы. Поэтому, если вы сейчас не поспешите и не купите ее в Охотника.нет, ее потом больше не будет.